Профессиональный праздник работников жилищно-коммунального хозяйства традиционно отмечается в воскресенье. Это, наверное, чтобы не пропало ни часа рабочего времени. Новосибирский горводоканал сделал в этом году себе подарок на этот праздник. И не только себе, но и горожанам. Предприятие поставило на вооружение новую технику для аварийных бригад и лососы, каналопромывочные машины и экскаваторы. На праздничной площадке представили несколько машин. Это только часть от крупной партии из 30 единиц спецтехники, которую закупили. Последние несколько лет кардинально обновлены очистные сооружения. Сточные воды теперь обрабатывают ультрафиолетом. В прошлом году реконструировали главную насосную станцию, что немаловажно, без перерыва в ее работе. Кстати, Новосибирск – один из немногих городов, где водопроводную воду можно пить прямо из-под крана. Ее высокое качество обеспечивается профессиональной работой коллектива горводоканала. На празднике в честь Дня работников ЖКХ мэр Новосибирска Анатолий Локоть вручил грамоты трем десяткам сотрудников предприятия. Постоянно стабильный работающий коллектив. Но разве это не гордость для меня, как для руководителя? У нас в разрезе деятельности предприятия стабильно из года в год наращиваются показатели качества. Механизм глубокой автоматизации процессов от соприкосновения водой в источнике и до сопровождения до крана потребителя, мы этого достигли.